день, уважаемые депутаты и приглашенные. Предлагаем утвердить проект решения Назаровского городского совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение Назаровского городского совета депутатов от 15 декабря 2021 года, номер 35/262, об утверждении бюджета городского округа города Назарова на 2022 год. Закон Красноярского края 7 апреля 2022 года, номер 3/623, о внесении изменений в закон Красноярского края о краевом бюджете на 2022 год, было дополнительно выделено средства из краевого бюджета для муниципальных образований края. В связи с этим необходимо внести изменения в бюджет городского округа города Назарова. Доходная часть городского бюджета по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы увеличивается на 411 миллионов 887 тысяч рублей. Расходная часть бюджета будет направлена на увеличение объема финансирования по муниципальным программам, в том числе на повышение с 1 июля 2022 года заработной платы работникам бюджетной сферы и работникам, осуществляющим деятельность по переданным полномочиям, в размере 51 миллион 33 тысячи рублей. Выделен субсидии муниципальным бюджетом муниципальных образований на реализацию проектов социально ориентированных организаций, молодежной политики, на развитие патриотического воспитания по программам «Молодежь города Назарова в 21 веке» и «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарова» в размере 1 миллион 369 тысяч рублей. По муниципальной программе развития физической культуры и спорта поступят бюджетные трансферты на приобретение спортивного оборудования, проведение спортивных мероприятий, средства в размере 4 миллиона 493 тысячи рублей. На ремонт кровли стадиона «Шахтер» выделено 9 миллионов 899 тысяч рублей. Дополнительные ресурсы, полученные по муниципальным программам развития образования города Назарова, в размере 3 миллиона рублей 178 тысяч на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 650 тысяч рублей на проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, 1 миллион 624 тысячи рублей на развитие загородных оздоровительных лагерей. Будет осуществлен ремонт системы водоснабжения в летнем оздоровительном лагере «Спутник». В рамках реализации субсидий на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений по итогам конкурса дополнительно получено субсидии в размере 4 миллиона 695 тысяч рублей на замену оконных блоков и полов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Детская школа искусств». В корректировке предусматриваются дополнительные ресурсы по социально значимым направлениям, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 10 миллионов 985 тысяч рублей, на предоставление жилых помещений детям-сиротам по детям, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в размере 3 миллиона 125 тысяч рублей. На реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства выделено дополнительно субсидии в размере 10 миллионов 841 тысячи рублей. Муниципальная программа развития транспортной системы города увеличилась на 231 миллион 496 тысяч рублей. Это на ремонт и осуществление дорожной деятельности, отношение автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда Красноярского края. 8 миллионов рублей направлено на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования по муниципальной программе создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарова. Муниципальная программа формирования комфортной городской среды увеличится на 50 миллионов рублей для реализации мероприятий по благоустройству территории по улице Карла Маркса. Финансирование муниципальной программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности увеличивается на 9 миллионов 801 тысячу рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт водопроводной сети в поселок Бор. По результатам за 2021 год получены межбюджетные трансферты за содействие развитию налогового потенциала муниципального образования в размере 14 миллионов 407 тысяч рублей. С
Средства распределены по постановлению администрации города согласно полномочиям по закону 131 ФЗ и согласованы с Министерством финансов Красноярского края. Доходы бюджета городского округа увеличатся на 411 миллионов рублей. И общий объем доходов на 2022 год составит 2 миллиарда 14 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета городского округа города Назарово составит 2 миллиарда 36 миллионов рублей. Дефицит бюджета остался прежним, на прежнем уровне, и составит 22 миллиона рублей.